Ну и сейчас мы снова возвращаемся на набережную лейтенанта Шмидта. Там горит морской корпус Петра Великого. Пожару присвоен повышенный второй номер сложности. А горит чердак и учительская на четвертом этаже штурманского факультета. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Заявление о возгорании поступило в 19:45. Площадь пожара 250 квадратных метров. Горят деревянные конструкции. На месте ЧП работают 60 спасателей, 12 пожарных расчетов, а также специалисты газдомовой службы. Движение на набережной лейтенанта Шмидта перекрыто от 9 до 13 линии Васильевского острова. И сейчас на месте работает корреспондент Live78 Ольга Притыкина. Ольга, здравствуйте. Рассказывайте, что сейчас у вас происходит? Дарья, ну, тушение пожара продолжается. Как вы уже сказали, пожар повышенной сложности. Работают около 60 машин пожарных, 12 машин пожарных, 60 самих, собственно говоря, пожарных. Пожар, вот ее огня самого не видно, но дым очень сильно распространился по всей улице. Как нам удалось узнать, пострадавших, жертв нет. Здесь также работают скорая помощь, карета скорой помощи, полиция. Тушение пожара продолжается уже больше часа. Мы попытались, конечно, поговорить с пожарными, но пока это сделать очень сложно. Естественно, все пытаются все свои силы, чтобы все-таки справиться с огнем. Мы следим за развитием событий. Наша съемочная группа, другая, пытается пробраться, все-таки увидеть пожар своими глазами. Пока, конечно, удается это с трудом. Надеемся, что скоро пожар уже смогут потушить, а мы следим за развитием событий. Дарья. Ольга, а есть ли какие-то сложности при работе пожарных? Деревянные перекрытия, газодымовая служба. Вот что вам на месте удалось выяснить? Ну, пожарные, в принципе, честно говоря, мне кажется, что сложностей много. Пытаются как можно больше воды, да, накачать. Вот пока просто видим какую-то активную деятельность пожарных, да, вот какой-то сложности. Ну, наверное, это, в принципе, очень непростой процесс. Да, спасибо, Ольга. Держите нас обязательно в курсе событий. С набережной лейтенанта Шмидта была корреспондент Live78 Ольга Притыкина. Горит морской корпус Петра Великого. Пожар повысили до номера сложности 2 БИС.